for me, business, it's like a sport. It's not so money, because I gain money, I spend money immediately. And for me, it's to be the best in the world. To be the best in the world, you have to compete. Туфель не трогайте, молоточку возьмите. Две-три недели. Ее тело через вот эту часть, оно переходит в пачку. Видно ли рукавчик? Сказали. Ну, я не могу сказать, что это для меня как воздух, но все-таки где-то второе, третье место. Потому что вот когда есть вдохновение, уже не чувствуешь пальцы, не пальцы, твердые они, не твердые, все равно выходишь и танцуешь, выходишь и что-то делаешь, перебарываешь то, что они там мягкие, сломанные, уже об этом, конечно, не думаешь. Вот так.